Thank you.
Здравствуйте, дорогие друзья! Ну вот мы и дождались еще тех, кто не совсем пришел в 3 часа, а чуть попозже, но пришел, и мы очень рады. Итак, мы начинаем очередное нотословие. Слова, ноты, музыка, стихи, все будет сегодня здесь. Сегодняшний праздник посвящается представительницам прекрасного пола в преддверии праздника 8 марта. Сегодня выступят и девушки, и молодые люди со своими поздравлениями. Я, наверное, кратенько пробегусь по участникам. Сегодня у нас в гостях поэт, автор удивительных стихов, которые особенно нравятся представительницам прекрасного пола, Геннадий Стрелков. Давайте его поприветствуем. Сегодня услышим от него какое-то поздравление и несколько стихотворений. Значит, также девушек будет поздравлять Дмитрий Кучетов. Пожалуйста, Дмитрий. Это гитарист, представитель довольно модного сейчас направления игры на гитаре, фингерстайл так называемый, или по-русски игра пальцами. Значит, сегодня к нам попозже еще присоединится несколько коллективов музыкальных, в том числе ансамбль латиноамериканской музыки «Amigos». Сейчас пока еще ребята не подошли, но они постоянно в работе, у них несколько концертов в день. Но они обязательно подойдут, скорее всего, к концу мероприятия и порадуют нас зажигательными латиноамериканскими ритмами, песнями, ну и трогательными тоже. Кто там у нас сегодня еще в гостях-то? Ага, там спряталась в уголке Дарья Шакшина. Группа Merry Go Round. Прекрасная, талантливая, молодая. Ну, я, насколько понимаю, сегодня у них проблемы с гитаристом. Что-то у него не срослось, не получилось, не придет. Он сегодня не смогут они выступить в полном объеме, как обычно. Но Дарья сегодня нам зато прочитает лекцию. Про что, Дарья? Про нейрографику. Про нейрографику. Что это такое, мы скоро узнаем. Так, кого мы еще не упомянули. Ну, конечно же, арт-проект «Квадрат» тоже перед вами выступит. Ну, там дальше по ходу будем вспоминать остальных участников, которые будут появляться. А сейчас я хотел бы предоставить слово, так скажем, поздравительное, вступительное поэту Геннадию Стрелкову. Встречайте, пожалуйста. Всем день добрый. Очень рад увидеть вас в эти праздничные дни здесь, со светлыми лицами. Надеюсь, с хорошим настроением, и надеюсь, что у нас получится еще его в большей степени поднять. И, дорогие женщины, тут вспомнили слова на досуге Сергея Довлатова, который сказал, что женщина – это нечто, которое можно сравнить с дамской сумочкой. Когда туда заглядываешь, можно найти не всегда то, что ожидаешь, и наоборот, не видеть то, что хочешь. Поэтому в такой сумочке иногда находится какое-то колдовство, какая-то загадка, возвышенность. Иногда что-то приземленное, иногда что-то детское, родное, близкое. Поэтому женщина – это то создание, о котором ломают копья, пишут слова, сочинения, стихи сотни, тысячи поэтов. И я думаю, и уверен, что это не прекратится, это всегда будет продолжаться, пока есть женщина рядом с нами, любимая, всегда родная. И на досуге посмотрел свои стихи, обнаружил, что в них точно так же встречаются разные женщины, то есть разные взгляды на одну и ту же проблему или на одно и то же счастье. И вот из ранних такое стихотворение: «Не ври, ты не опасна, и более ручная, домашняя пантера, ученая змея. В квартире ты как в джунглях заранее все знаешь, шестое чувство давишь, бесценная моя. Я как канатоходец, все время у обрыва, нельзя ненужных жестов и непонятных слов, и вечером ласкаю не волосы, а гриву. И утопаю снова во тьме твоих зрачков, а утром все уходит и тает под ногами. Когда ты снова, словно птица, застынешь в окна и поведешь спокойно, как крыльями плечами, что вечером вернуться опасностей полна».
Ну, это вот, спасибо, такая загадочная женщина. Из более свежего. А ты по-прежнему маленькая девочка. Одежки, куличики из песка. Прихожу домой уставший и мелочный, чтобы вылечиться запахом твоего виска. Я, наверное, уже стал взрослым. Не могу смеяться, когда не смешно. А ты по-прежнему улыбаешься. Легко и просто. Словно снимается дубль, и мы актеры в немом кино. Когда-нибудь и мы пройдем по ковровой дорожке. Ты будешь в платье, с открытой спиной, налегке. Нас встретят поклонники и улыбнутся, быть может, потрепанной кукле в твоей утонченной руке. Вино из одуванчиков. Мои письма не доходят до рая. Почтальоны сговорились и врут, как один. А мне не нужна никакая другая. Говорят, на небе опять карантин. Выхожу в поле, смотрю на облака, они проплывают ватой бездушной. Дотянуться рукой бы, да не достанет рука. До той, кроме которой никого не нужно. Эх, птицы, голуби, и до вас нет надежды. Таможня не дает добро для обманщиков. Ты там жди, не скучай. Я люблю, как и прежде, и буду готовить для нас вино из одуванчиков. Ну, это совсем свежее сотворение, поэтому не самое простое. Знаешь, мы попали не в ту страну, и даже не в то время. Помнишь, пили виски и шли ко дну, так это было не с нами, а с теми, кто счастье свое не ценил, был мелочным, как на базаре старый еврей. А в этой стране солнце и закурил, а закат за гранью янтарных морей. Ее слишком много этой страны и слишком мало для нас. В квартирах новостроек мы рождены, где на кухнях есть свет и газ. В пыли библиотек утонул Мандельштам и даже война и мир. А мы ищем тех, кто возьмет на постой. И у нас за пазухой Батлер Йейтс и Шекспир. Знаешь, когда ты калачиком свернувшись, пьешь свой жуткий чай, сидя на подоконнике, кажется, что мы немного свихнувшись. Похоже не на влюбленных, а на уголовников. И пусть соседи смотрят косо за полуночные ритмы, за долгий утренний сон и шепчутся за спинами, как бы невзначай. Мы ведь знаем слова только нашей молитвы. И, быть может, когда-то и я привыкну, и даже научусь пить твой зеленый чай. И напоследок стихотворение, которое, в общем, и о любви, и о жизни, и о том, что человеку нужен человек. Не на миг, а навсегда, навек, чтобы белый парусник вдали долго-долго вместе ждать могли. Ждать весну и лето тоже ждать, чтобы вместе брать и отдавать. А когда не спится по ночам, вместе пить на кухне крепкий чай. Веселиться, плакать и любить, верить и надеяться и быть, чтобы в беде ты не был одинок, потому что каждому свой срок. Чтобы вместе, даже если врозь, чтобы жизнь текла ни в крив, ни в кость, чтобы снег ложился им на плечи, их самих навек очеловечив. Поэтому за любовь, за женщин, и за... Геннадий Стрелков, а у вас есть еще стихотворение? У меня много стихов, насколько... Дорогие друзья, может еще одно стихотворение? Да? Ну, можно не про женщин, а просто про любовь к женщинам. Одна надежда на Всевышнего, на друга дальнего и ближнего, на ряд хороших новостей, и на жену, и на детей, на обнаглевшего кота, что ночью будет неспроста, на благосклонное начальство, и на зарплату без нахальства, на курс валют без перемен, на тишину бетонных стен. Надежда – жизнь прожить, любя. Одна надежда – на себя. Призы? Или что, подарки? Хотя женский день, но вы не подумайте, чего такого. Геннадий сегодня пришел со всей своей семьей к нам в гости. Ну, почти со всей, да. С любимой женой, с любимой дочкой. Это, видимо, судя по стихотворениям, есть кот.
Вот коту вы хотели бы передать такой вот магнитик там с символикой натословия. Кроме того, для ваших женщин, пожалуйста, вот. И на каждом за регулярные хорошие стихи, участие в наших мероприятиях, в компакт-диском группы «Квадрат». Ну а сейчас, дорогие друзья, выступит арт-проект «Квадрат». Светлана, пожалуйста, прошу вас на сцену. Пока Светлана выходит, я бы хотел еще ликвидировать некоторую несправедливость. Дело в том, что у нас уже не первый раз на мероприятии официальным фотографом является Ольга Егорова. Она сегодня также в зале. Ольга, встаньте, пожалуйста, давайте поаплодируем. Раз Ольге ничего не подарили, поэтому мы тоже компенсируем это, так скажем, наше упущение. И хотели бы тоже вот подарить сладкий подарок и диски музыкальных коллективов, которые выступали в прошлый раз. И на холодильник вам. Ну что, друзья, я напоминаю, что у нас сзади... Сзади. Вот там вот есть чашечки, чаек, печенюшки и так далее. Все это можно пробовать, брать, не стесняясь. У нас буквально одна минутка будет такого перерыва технического характера. Мы сейчас подключимся и потом арт-проект «Квадрат». А это, кстати, Светлана Авдеева, еще одна из героинь приближающихся праздников. Я же, как всегда, вы понимаете, я так люблю женщин, они такие все красивые, безумно просто, я восторгаюсь всегда ими. Мне хочется их рисовать, и хочется их петь, хочется их читать, ну как-то я не знаю. Я хочу, чтобы вы всегда были теплые, светлые, нежные, здоровенькие, главное. Вот такая я. Ну и понятно, что я самая красивая, как всегда. Ну, из присутствующих на сцене, это точно. Чего уж тут скрывать. Подождите, я видела вас в фильме. Поверьте мне, его не узнали. Давайте не будем об этом. В случае единичном. Значит, товарищи, ну что, Светлана, представляйте композиции, с чего мы начнем, как, что прозвучит. Мы сейчас немножечко разогреемся на моей любимой песне, которую я никогда не успею петь. Почему-то не знаю. Называется «Гвоздь». Вот. Пожалуйста, играйте сюда. Но не устают руки знать все заранее.
если кость, а выросла дерево. И понятно, наша судьба не развеяна на тысячу стен сухими обоями. Кого-то во тьме утащив за собой. И сравним стихотворения мужские и женские. Пожалуйста, Светлана. Ну что ж, это самое будет нежественно красивое. Эпиграф. Не в зиме холода, а в нас неуемное желание согреться. А почтальона жалко, сугробится душа тучами барахла. А любимый отогревает замки к моему сердцу, и безнадежится душа пеплом вечернего вздоха. Стихотворение называется «Не пепел». Не в дождях дело. Одиночество пепел спать не дает. Вдыхаю, кашляю, а убрать влом. Пододвинули без моего ведома перрон. Теперь попробуй. Билеты еще успею купить, а в тамбуре не курица. Чужая станция зыркает поздним временем. Спать хочется, а дожди опаздывают. Не будите вовремя, перенесите на руках. Сны пахнут подушкой и одеколоном любимого. И пальцы как знакомые, и будни словно отпуска. Он держит мое одиночество и ворчит, что, мол, спички детям не игрушка. Знамо делаю я для декораций кукольного домика, то есть забор для палисадика, где цветочки картонные. Только в домике никто не живет, слишком маленький. А пупсики пускай в чемодане, там, где билет до Лондона, всегда встретимся. Он знает, что приеду сонная и любимая, и сразу в карман отогревать будет. Так и живем, а до мира рукой подать. Песня «Светло». Тепло на душистых аллеях, и так жарко от губ твоих, и так холодно, страшно холодно, холодно от слов твоих. Хватаю кислоту на шаги до себя, до себя, до себя, до самой. И тогда я найду тишину пустоты, и я снова сжигаю пальцы в рыжей листве. И хватаю кислоту на шаги до себя, до себя, до себя, до самой. От
дому твоих. И так зеркал глотать пустоту, растаяние и миражей. Серых налея, улыбаюсь нехваткой любви. Замерзаю, спасая тебе от тебя поверь.
Мы совершенно новая, поэтому мы просим маленькое прощение, вдруг что-то имеет место в этом зале. И как раз для девочек оно самое то. Отпечатки сомнений и окурков клумбу. Думай!
иногда откашливая белобрысую даль. Когда околется, щитя кости дохлых грызунов, кто-нибудь обязательно придет и развесит белье, а ты пока потащи гусики в лужицах, а вечером развесь их на яблоне. Но не смей будить ее до осени, не смей огорчать ее бесплодием. Пускай бездельничает слабостями, выбирая скорости ветра. Какая шик! Не скромничай, поезжай на берегу, подпрыгивая на почках. Слова сами кидаются внутрь, правда потом наружу. Глаза видят меньше, чем чувствуют, а посему и январи пахнут клевером. А бабушка испечет пироги в воскресенье, а я забуду. Спать легче, чем жить. Поезжай ты до бабушки. Ты всегда успеешь до огорчения рукой подать, если вовсе водой наполнил. Береги себя, наркоманы подстреливают в розовых очках, а поэтому нас не найдут вовремя, и мы проглотим еще 50 январей и разгадаем тайну стекла. Настолько самостоятельно, что это просто необъяснимо. Это самое грустное сегодняшнее выступление, стал всего пережить, начнется веселье. Потерпите последнюю песню. Пожалуйста. И вечную любовь.
А у меня свой микрофон здесь есть, в кустах. Ну вот, немножко мы погрустили, и теперь на этом фоне контрастно перейдем к чему-то более интересному, более веселому. Хотя это тоже было ничего, на мой взгляд. Немножечко в нотки кое-где не попали, но ничего бывает. Здесь у нас, простите. И мы приглашаем на сцену Дарью Шакшину. Просим послушать, любить и жаловать очередную героиню нашего предпраздничного натословия. Даша, расскажите, что вы будете рассказывать, о чем вы сейчас на газете. Рассказывать я буду в микрофон и громко, четко, чтобы все меня слышали. Рассказывать я буду о вещах, которые мне помогли справиться с какими-то такими сложными ситуациями в моей жизни. И до сих пор помогают. Я хочу просто с вами поделиться, потому что мне это очень понравилось. И как-то я все говорю своим друзьям об этом, все такие, что-то я никогда про это не слышала. Поэтому я решила, что почему бы и нет, раз уж с музыкальными номерами у меня сегодня не получилось, как это обычно бывает, то я сегодня буду в формате такой лекции. Не претендую ни на какие научные степени, я тут пришла с вами просто пообщаться, как, не знаю, подружка на кухне, вот. Нацепила очки, чтобы умнее казаться. Посмотрим, получится или нет. Прям как я. Поскольку техника, которую я буду сегодня вам рассказывать, она связана с рисованием, мне бы хотелось узнать, кто хочет поучаствовать сам непосредственно. У меня есть листочки, есть маркеры. Поднимите, пожалуйста, руки, я вам раздам бумажку. У кого самый красивый, будет конфеты дать. Не-не-не, это все, никто никому ничего показывать не должен, все для себя. По моему мнению, конечно. Друзья, я напоминаю, пока маркеры разлетаются по всему залу, листочки, сзади есть чай. Но не забывай слушать лекцию. Какие-то подложки взять, может быть, нам можно будет взять книжечки. Пока Дарья раздает карандашики, кто-то пьет чай и так далее. Напоминаю, что вас сегодня еще ждет выступление коллектива Evergreen Band, а также ансамбля латиноамериканской музыки Amigos. А еще у нас какое-то объявление. Можно? Здравствуйте, я хочу поздравить всех дам с наступающим 8 марта от группы компании «Деловой партнер» и «Сообщество ограниченных средств и строительных деталей». И пригласить за 8 числа дискотека «Багара» бывшая, если точно не помню, будет концерт в 6 часов, вход бесплатный. Все, спасибо. К сожалению, это не наши спонсоры, дорогие друзья. Вот. Но приходите, дискотека – дело хорошее. Можно с кем-то познакомиться и пописать.
что все приобрели маркеры и листочки, кто хотел. Если у кого-то маркер не будет писать, можно подойти ко мне, да? Но перед тем, как мы приступим непосредственно к рисованию, я немножко расскажу о себе и расскажу вообще, как я до такой жизни дошла. Я там Ксюша Надарь, я вообще музыкант, но, к сожалению, как уже сказал Александр, наш гитарист сегодня не смог посетить мероприятие по причине того, что он работает. Поэтому отказываться от этой встречи мне не хотелось, потому что они всегда такие теплые, какие-то радостные, солнечные проходят. Мне очень приятно здесь находиться и общаться с людьми. Поэтому я решила, что я прочитаю такую небольшую лекцию о том, как бороться со своими внутренними конфликтами. И это так очень пафосно звучит, но на самом деле все будет очень просто, максимально просто. Вот, иногда в нашей жизни всегда возникают какие-то проблемы или препятствия, которые мы либо игнорируем, либо стараемся какими-то способами решать. Это касается совершенно разных аспектов нашей жизни, это и творчество, и быт, и вообще абсолютно любые сферы. И постоянно сталкиваемся с какими-то моментами, которые нас как-то ограничивают, сжимают внутренне. И в какой-то момент я поняла, что у меня этих конфликтов накопилось такое огромное количество, что я с ними не справляюсь, и мне нужно какое-то очень оперативное, простое решение. Оперативное, простое, потому что ленивая, мне влом разбираться, учить какие-то техники, вот, взять карандаш, бумажечку. Это отлично, я считаю. Вот, поэтому способы я искала недолго, потому что как-то так у меня всю жизнь получается, что если что-то... Ну, вообще, мне кажется, это такое общее какое-то вселенское правило, что если ты что-то хочешь, то оно случается, и это приятно. Вот, поэтому я не так давно открыла для себя эту штуку, которая называется нейрографика, и хочу поделиться сегодня с вами этим методом. Начну с того, небольшая такая экскурс в историю, что такое нейрографика вообще. Основоположник этого, скажем так, направления философского определяет нейрографику как слово, состоящее из двух частей, которое делится на нейро от нейроны и графика от, собственно, того, что мы будем рисовать, от того, что все это графично, просто. Нейроны объяснил, почему именно нейроны. Потому что те рисунки, которые получаются в ходе этого метода, они немного напоминают нейронные связи. Не то чтобы прям совсем было похоже на нейрон, но все зависит от ситуации, от человека. В общем-то, вот такая картинка у вас может получиться в итоге, но сегодня у вас всего один маркер, поэтому у вас получится только контур. Все остальное вы можете доделать дома. И на самом деле все это очень просто. Итак, я что-то всем раздала маркеры, себе забыла взять. Мы поймем. Тра-та-та-та, вот он, волшебный маркер, который поможет нам разобраться, что такое нейрографика. Что нужно будет делать? Не скрипеть ли микрофон? Немножко еще вернемся к теории. Спасибо. К теории. Цель этого всего метода заключается в том, что вы берете конкретную какую-то ситуацию, которая вас тревожит в данный момент. Ну, не знаю, например, сейчас я тут заготовила себе примеры и потеряла их, естественно. Ну, я не знаю, то, например, вы не можете похудеть. Вот у меня такая есть проблема, не могу я похудеть, так злюсь на себя, не знаю, что делать. Это меня бесит. У меня-то какая проблема по этому поводу вообще? Мне кажется, ой, все по этому поводу загоняют себя. Или там, не знаю, что-то у вас там, не знаю. Не умеете, вот, например, не умеете рисовать, да, и вас это расстраивает, а тут сейчас возьмете и научитесь, потом будете всем показывать свои картины, говорите, смотрите, что, нейрографику рисую, ага, не просто так. Вот, шутки в сторону. Берем какую-то конкретную проблему, которая вас гложет изнутри достаточно длительное время, и перед тем, как, помимо того, что у нас есть листочек и карандаш, нам нужен еще такой третий, назовем его инструментом. Это ваше состояние, такое нервно-возбужденное, которое вы впоследствии должны на бумажку выплеснуть. Чтобы пояснить, как это состояние вообще его почувствовать, как понять, что это вот оно, приведу пример. Идете вы в магазин, видите, что перед вами на кассе стоит мама и ребенок. Ребенок видит конфету, которая у него прямо перед глазами лежит на прилавке, и хочет конфету. Мама ему говорит, что не сегодня, детка. Конфет сегодня не будет. Что начинает делать ребенок? Начинаются истерики, какие-то там. Вот это вот и есть тот конфликт, который вы должны почувствовать в себе. То есть вы сейчас должны представить, что вам 5 лет, вы видите перед собой конфету. Ваша проблема — это вот эта вот конфета, которую вам не разрешают взять или которую вы не можете взять.
вы злитесь, естественно. И эту злость вам нужно перенести на бумагу. Я вначале покажу вам, как это делается, а потом на 4 счета вы попробуйте сделать это сами. На самом деле все очень просто, вам нужно будет просто поставить куда-нибудь маркер и начать вот так вот возить, просто абсолютно не задумываясь. Постараться сделать так, чтобы у вас линия не прерывалась, то есть не отрывать карандашик от листа бумаги. У меня не очень получилось, потому что нарисую, надеюсь, у вас на коленках будет удобнее. Хотя не факт. В общем, на 4 счета, на 1, 2, 3, 4, вы начинаете вот это все действовать. При этом, имея у себя в голове идею о том, что мы сейчас не просто так сидим, потому что Даша лекцию читает, а потому что у нас есть какая-то проблема, она может быть не супер какая-то мегамасштабная, просто вот она вас сейчас на данный момент тревожит, интересует, и вы хотите на нее посмотреть. Потому что на проблемы смотреть никто никогда не хочет. Это неинтересно проблемы разглядывать, но они мешают вам жить, и когда вы их отпускаете, вам становится легче. Поэтому давайте попробуем. На 1, 2, 3, 4 мы начинаем рисовать. И на следующий 1, 2, 3, 4 мы рисовать заканчиваем. Все готовы? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Закончили. Можете посмотреть, на что у вас получилось. Давайте поаплодируем еще себе прям. Конечно. Получилась такая непонятная мазня. Вот и голубь получился, лебедка. Шикарная. Смысл заключается в следующем. Конечно, этот метод, он хорош не тогда, когда вы сидите в группе, не тогда, когда вы окружены большим количеством людей, потому что сосредоточиться на себе требует все-таки каких-то усилий, да, внутренних. И когда вы находитесь в большой группе людей, это будет сделать сложно. Но вы можете запомнить и попробовать дома, если вам понравится. Сосредотачиваясь на вашей проблеме и думая о ней, вы смотрите на свой рисунок, который теперь олицетворяет вашу проблему, и закрашиваете, точнее, соединяете все углы острые, все линии пересечения, которые у вас встречаются на рисунке. То есть все перекрестные моменты, которые у вас случились внезапно, они все сглаживаются, каждый уголочек. Причем я прекрасно знаю по себе, что первые процентов 20 вот этих вот уголочков вы будете так с энтузиазмом закрашивать, все будет нормально, потом процентов 60 вы подумаете, какая фигня, господи, ну зачем я это делаю? Не надо. Нужно себя перебороть и постараться все это дело довести до конца. И оставшиеся еще 20% вы уже на чистом энтузиазме, что вы завершаете этот процесс, и вам уже будет легче. Вы можете прямо сейчас начинать все это закрашивать, потому что я вас не буду отбирать маркеры, когда закончу выступление, я подожду вас. Вот. Смысл этого метода в чем? Во-первых, он очень простой и очень наглядный. Вы сталкиваетесь лицом к лицу со своей проблемой, которая у вас возникает, и вам уже не так неприятно на нее смотреть. Плюс в процессе рисования, что само по себе достаточно приятно и интуитивно понятно, вы начинаете потихоньку свою проблему отпускать. То есть, когда вы начинаете погружаетесь в рисование, вы потихоньку начинаете забывать про эту проблему, она вам уже не кажется такой глобальной, масштабной и ужасающей. И вот это чувство такого, можно даже сказать, что физического какого-то удовлетворения, назовем это так, оно будет вас, не будет у вас проблема вызывать такого отторжения, как это было изначально. Вот. Мне эта техника очень понравилась. Я надеюсь, что и кому-то из вас это понравится тоже и принесет какую-то тоже радость и, возможно, какое-то новое открытие. А на этом моя короткая лекция, в общем-то, и заканчивается. Я надеюсь, что вам было приятно. Можете продолжать рисовать. А мы дальше тоже хотим наградить. Ни в коем случае не последовательно. Дашенька, пожалуйста, вот вам, замечательному человеку, нейрографу, музыканту, подождите еще больше. И на память вот вам магнитик от ословия. Надписи на его урал. Очень хорошая группа. Слушайте, пожалуйста, в интернете можно найти. Ну что, мы приглашаем следующего участника, Дмитрия Бучету. Гитарист и вообще хороший человек сейчас порадует девушек представитель прекрасного пола игрой на гитаре.
приветствую всех слушателей и участников мартовского «Мотосвоя». Хотел поздравить с наступающим праздником всех мам, бабушек, дочерей, сестер с этим весенним праздником. Пожелать, чтобы вы всегда оставались такими же прекрасными, красивыми, жизнерадостными. А мы будем для вас писать эти стихи, песни и музыку. И одну из таких песен группы Aerosmith я вам сейчас сыграю в подарок.
грани. Саша, а у вас только через микрофон, да? Меня хорошо слышно? Гитара. Раз-раз. Что-то я так решила, что раз образовалась пауза, то я могу и заполнить. Можно вас попросить просто подбавить ритм? Потому что какой-нибудь песня. Te amo y más de lo que puedes imaginar. Te amo de más como nunca nadie jamás lo hará en esta canción. Жить, улыбаться, просыпаться каждый день счастливым. Поэтому я желаю вам вот этого самого классного, самого дорогого чувства. С наступающим праздником! А мы вам еще один магнитик. Передайте Ксении Труханкиной, другому музыканту женского пола из этой группы. Ну что, дорогие друзья, давайте попьем чайку как следует.